Ой, что-то я долго как-то спал, даже как-то чересчур долго. Что-то когда долго я спал, я аж даже потерялся. Нет, с вами Shadow Freddy, добро пожаловать в Lost Mine. В предыдущей серии мы начали обустройство нашего поместья. И в сегодняшней я предлагаю, собственно, продолжить это делать и попутно развиваться. Почему бы и нет, ведь это же любименькая выживалка всех тех, кто любит Lost Mine. Логично, если ты любишь какую-то игру, то ты ее фанат. А, логично, логично, так же как и факт того, что у меня сломался топорик. А, значит, друзья мои и товарищи, мы возьмем, во-первых, сначала посадим наши деревья, что мы только что срубили, и пойдем добывать, наверное, что ресурсы. Почему? Потому что камешка, как видите, у меня мало, хотя на инструменты какие-то хватит, но предлагаю все-таки добыть, для этого взять кирку, сделать там меч. И нет, смотреть рекламу мы не будем. Мы будем крафтить еще топор. Все, камешков у меня нету. И это не может радовать. Окей. Так, предлагаю, кстати, даже сделать дом большим и высоким. Почему? Потому что, чтобы в нем хранить как можно больше ресурсов, и чтобы возможность была делать что-то, ну, в плане, чтобы на каждом этаже у меня была возможность что-то поделать. Ну и не будем тянуть кота за известное место, а будем кушать супец. Супец. Вкусно. Вкусно. Значит, ресурсов у меня достаточно, и для того, чтобы сделать одну вещь, которую я хотел бы сделать для, собственно, так сказать, удобства. А если быть точнее, то это какое-то складское помещение, какой-нибудь там, я не знаю, сундучок. Но для этого я хочу сделать деревянные платформы, как минимум, ну давай, две, мне кажется, будет на первый час неплохо. Тогда это также сделаем сундучело на... Смотри, как хочу сделать. Нет, давай, смотри. Давай сначала я как сделаю. Ну, давай. Во-первых, я сделаю вот так вот. Вот так вот, и чтобы потом это сломать, потому что я передумал так это делать. Окей. Постой, а смогу ли я, не знаю, поэтому, не, навряд ли я так смогу, но окей, 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 окей. Так, тогда пока что будет это вот так делаться, на будущее. А, ну, в принципе, я думаю, что я могу поставить все это дело вот так и начать строить, точнее, начать продолжать строить свое уютное гнездышко, с нового помещения, новой комнаты, которую я уделю под склады. Да, друзья мои, но для этого мне нужно доски. Доски нужны, конечно же. И для складов, естественно, нужны места, в которые можно складировать что-то. Ачивка Time to Storage. Так, значит, что мы сюда складируем? Пока что сюда, я думаю, складировать можно все, что угодно, что мне пока что не нужно вообще. Так, ну, например, вот нитки, мясо, яблоко, там, ну, это сейчас доиспользуем, я думаю. Так, грибы, это на поесть сейчас. И, кстати, мне бы посадить бы грибы, ведь они достаточно неплохие источники питания, которые можно тупо 24 на 7 использовать. Так, также я сейчас планирую куда-нибудь отойти, чтобы не сидеть на месте тупо на базе и, ну, контент вам какой-то преподать, так сказать. Так, поэтому тогда сейчас отставим всю эту древесинку и пойдем навстречу приключениям. Дай, зомби, 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 черт, черт, а ну, умри, а, черт. Окей, жесткий зомби. Я забыл то, что в этой игре все достаточно жесткие, поэтому мне кажется, что мне нужна какая-то броня. Вот так вот. Да. Отлично. Мы молодцы. Мы получили яблочко. Четко.
Кстати, наверное, а если быть даже говорить, по-моему, я хотел бы съесть яблочко. Да, я хотел бы съесть яблочко. Давай-ка съедим яблочко. Возьмем, что это у нас, птичка? Ой. На, отлично. Мы добыли зомби. Чувствуем себя прекрасно. Кстати, можно покопать прямо вот сюда вниз и уголь добыть, который... А, я помню, я его закапывал сам, потому что сам захотел закопать. Итак, страусы. Аккуратненько, я могу вас ударить нечаянно. А мы этого не хотим. Как минимум, я этого не хочу. Ну и давай-ка, как бы то взять, убрать бы этот пешник, чтобы меня страус не заубил. Давай. На-н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 а-
на фарш пустил. Так, окей, даже не ожидал, бедное существо. Жалко, но окей. Так, уберем его мясо. Берем его мясо. А ты не подходи ко мне, пожалуйста. Я тебя прошу. Я не хочу убивать еще одно невинное создание. Окей. Так, давай поставим обратненько землю, чтобы... О, слышу, кстати, жители, да, жители с местного, местной жизни. Так, давай-ка, что ты хочешь? Он может продать мне, кстати, мебель, вот это мебельщик. Так, также за рекламу новые предложения, нет, не буду. У меня 24 монетки, что я могу взять себе? Я могу, кстати, себе тумбу взять, да, практически все, что угодно я могу взять у него, но давай пока что посмотрим какие-нибудь... Кстати, лестница, можно использовать лестницу в нашем доме, мне кажется, но нет. Давай мы не будем, потому что это некрасиво, некрасиво, я как считаю. Так, не так я считаю. И, кстати, можно у них свистнуть факелов немножко. Окей, так, сделка, он предлагает... Ага, он предлагает выкупать всякую бурду за денежки. Окей, вот, кстати, вот этот челик, мебельщик, он у него подешевле, нормально. Как говорится, походили по ярмаркам, поторговались. Так, а ты что предложишь? Он покупает. Так, покупает, он тоже покупает, как много коровок орут. Так, а вот этот, кстати, житель теперь просит задание, и мы, так, мы, он предлагает 12 слизней убить и дать нам 24 монетки, звучит жестко и не очень, но окей. Так, кстати, тут же челик у нас продает вот эти, как их, лестницы. Итак, игра сохранилась под замечательнейшую и ненавистную всеми и многими рекламу. Но окей, как говорится. Окей, я тебя поняла. Реклама, хотя странно, почему реклама, ведь я же вроде как брал и убирал интернет. Не знаю почему, наверное, потому что птицы. Наверное, потому что птицы прилетели, вернули интернет, сказали все. Так, ну предлагаю, кстати, не спускаться просто так, а спуститься по лестницам, как цивилизованные люди. Так, давай-ка, вот так вот. Надо, как говорится, спускаться, как цивилизованные люди. И давай, вот так вот. А, тут не глубоко. Так, и как это работает? Может быть... Угу. А, просто что я хочу поставить лестницы красиво и аккуратно. Так, для этого, наверное, надо... Да, это надо сделать определенно вот так. И давай-ка... Не, давай просто тогда выкинем эту лестницу, потому что она мне уже не надо. Так, и, друзья мои, господа и дамы, медь у нас в кармашке. Так, кто-то тут ходит. Бродит. Так, это зомбярка. Зомби на твоем лугу и в твоей шахте. Так, окей. Давай-ка вот так вот, чтобы мы добыли медь. Вот так вот, чтобы мы добыли зомби. И вот так вот, чтобы нас не добыл паук. Так, быстрее. Берем. Кушаем. Чувствуем себя прекрасно.
Так, ну и, кстати, мне бы все грибы реально не тратить, потому что было бы резонно поставить их и выращивать, как я говорил, чтобы у нас была жизнь. Так, например, даже здесь. Тише, тише, вот так вот. Отойди, умри, умри. Отлично, фу, отлично. Живем, чувствуем себя прекрасно, добываем этот гриб, потому что здесь, хотя можно на будущее поставить один гриб, пусть выращивается. Так, также у нас тут был паучок, но давай-ка, раз уж на то пошло, не будем его тревожить. Потому что что правильно, он тревожный сыр. Тревожный сыр, а тревожный сыр, он тревожится. Так, а творожный сыр, он творожится. Понятно? Отлично. Так, давай-ка, паучок. Паучок. Вот, тише, 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 тише. Тише, тише, тише. Так, давай. Спокойно подходи ко мне и умирай. Четенько, четенько. Мне бы, кстати, не соваться сюда с одним факелом, но окей. Окей, в принципе, даже с одним факелом можно пожить и что-то поднаходить. Например, меди. Например, меди, которые можно тупо пустить на полезные вещи. Например, кстати, на броню. Предлагаю сейчас немножко из вот этого этой добытой руды добыть себе брони, чтобы, как говорится, с голыми не ходить, с голыми задними, так сказать, частями тела не ходить. Так, вот так. Отлично. Копаемся, чувствуем себя прекрасно. Мышь крадется. Мышь крадется, а мы копаемся. Так, давай, 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 ломаем. Ломаем, и у нас уже достаточно ресурсов на даже две печки. Нужно ли две? Да, нужно. Нужно. Это, как говорится, база. Так, давай вот так ставим. Тем, шам, и вкусный шам готов. Так, вот так. И давай, вот так вот забираем, ставим, как вот, знаете, как робот. Так, обновить, кстати, можно печку до второго уровня. Но зачем это сделано, я не знаю. Давай пока что продолжим копаться. Вдруг что найдем. Вдруг что найдем, кстати, можно сделать. Не, не могу сделать факела. Тогда надо взять один. Надо взять один факел, чтобы хоть какой-то свет был. Так, спускаемся, осматриваемся, чувствуем себя не прекрасно, потому что ни черта не находим. Так, о, уголек, нужен ли он? Ну, пусть будет на будущее. Вдруг, кстати, насколько я помню, кто-то из вот этих торгашей может купить уголек за какую-то отличную цену. За отличную цену в размере не помню сколько, но не помню сколько копеечек. Копеечки тут это, кстати, тоже хороший предмет. Так, кстати, как иметь? Как иметь? Так, зомби не нужен. Зомби не нужен. Медь нужна. Медь нужна. Медь за зомби. Так, тише. Тише, он уже тут напряг свои мозги. Отлично. О, друзья мои! Начинаем шиковать. У нас теперь, кстати, кучу. У нас все есть для того, чтобы сделать вкусный суп, вкусное рагу. А если быть точнее, у нас есть морковка и сырое страусиное мясцо. Окей, также у нас есть медь, поэтому не будем задерживаться. Задерживаться здесь, а просто осмотримся. Будем продолжать осматриваться. Кстати, там у нас пещерка небольшая, я наблюдаю. А теперь не наблюдаю, потому что ничего не видно. Так, давай посмотрим, что у нас там. У нас там грибы, медь. Так, ну и можно, думаю, добыть меди. Хотя бы пока вот эта кирка работает. Давай. Обычные грибы, кстати, у нас таких не было. У нас был. Мы, кстати, вообще собираем кучу грибов. Мы басим. Мы басим. Так, кто понял, молодец, как говорится. Так, окей, не будем тратить, вдруг еще медь найдем. Так, надо, кстати, аккуратно, потому что я слышу паучка. Паучка и, о, шахта, целая шахта. Так, давай. Наверняка там кто-то будет, поэтому надо аккуратно. Надо аккуратно. Так, там тоже, кстати, кто-то есть. И, так, смотри, как сделать нужно. Как нужно сделать. Значит, берем, добываем. Потом ставим, потом вот так вот
Потом, где я? А, господи, фу, я уж подумал, где я? Так, ну, по мне было видно, я же сказал. Так, давай, вот так, вот так, вот так. Отлично, отлично, прекрасно, и все. Все, друзья мои, мы богаче, чем все принцы, все короли, потому что у нас теперь гора меди, которую мы сейчас добудем. И, это была вторая кирка, я думал, что это была первая еще. Ну, окей. Так, ну что там, там еще грибочки, думаю, можно их забрать, хотя там есть кто? Есть ли там кто? Так, давай. Опа. Давай аккуратненько вот так вот, чтобы без шума и пыли на цирлах. Так, смотрим, смотрим. Отлично, тут никого нет, значит, можно подсобрать грибочков. На веселую ферму, так сказать. На веселую ферму грибочков. Так. Ну все, тут нечего особо больше собирать, поэтому собираем манатки, сортируем манатки. И в добрый, как говорится, путь. Так, в добрый путь. Только что рагу надо сделать. И себе поставить тут на переешь. На еду. Да, на еду. На еду. Найду я еду. Я всегда найду еду, а иначе пропаду. Иначе пропаду. Вот дую ду. Вот дую ду. И it is what am I do. Так, окей. Погнали, погнали. Дай, дежавю. I just been this place before. И да, я, кстати, был в этом месте раньше, потому что тут даже... Ой. Отстаньте. Отстаньте. Мне только бы забрать свою месть. Давай. А, отлично. Так, окей. Как-то неожиданно все и неприятно. Ну так, окей, давай-ка мы возьмем, поставим на переплавку еще одну медь. И будем, во-первых, что? Правильно, во-первых, крафтить себе какую-то броню, потому что, ну, как видите, это не дело. Это не дело, а дело что? А дело в чем? Правильно, дело в том, что у меня появился шлем. Наконец-то, у меня хоть какая-то броня, и давай оставим себе шарфик, чтобы у нас он был виден. А теперь у нас не видно брони, зато, ну, зато виден шарфик. Красивенький шарфик. Так, давай. У нас тут ничего нет. Тут ждем медь. Ждем медь. Давай. Вот, отлично. Отлично. И давай. Броня на новые штаны. Новые штаны. И давай. С новой броней, кстати. Почему-то она... Постой, как это работает? А, все, я понял, как это работает. Отлично, это работает прекрасно. Так, давай. Нажимаем на атаку. Давай, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, так загасить, загасить. Давай, загасить. О, отлично, отлично. И слушай, я даже получил помидорку. Могу ли я могу получить семечко помидорки? Дамы и господа, все. Я думаю, что в следующей серии я уже, наверное, даже ферму построю. Построю ферму. Так, давай, знаешь, как я сделаю? Я сейчас поставлю вот сюда, потом вот сюда, потом это было бессмысленно, поэтому я поставлю вот это сюда. Окей, слушай, достаточно неплохо получилось сегодня. Сидим мы вот в такой пещерке. О, я вижу свет в конце тоннеля. Так, давай. Страус, опасный противник. Опасный противник. Так, давай. Ну, я тоже. Не из робкого десятка, а из единицы даже, можно сказать. Так, давай. Дерево, кстати, тоже нужно. Дерево нужно. Ой, что это? Тарелка. Веселые пришельцы к нам пришли. Отлично. Отлично. Так. Так, надо тут сейчас аккуратно как-то сделать. Во-первых, добыть сено, а во-вторых, вот так вот спуститься. И оп! Все. Как говорится, наличие мозгов преобладает над их отсутствием. Так. Ну и отлично. Поедим вкусненько. Много добыли всяких прикольных вещей. Много добыли всяких прикольных и не вещей даже. И, в принципе, попутешествовали.
Друзья мои, надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия. Если так, вы, как говорится, знаете, как поддержать автора. До скорой встречи, увидимся в следующем видео прохождения Lost Miner, DR, пародии на Балди, другие видеоигры. Пока и спасибо вам за просмотр.